По просьбе жителей микрорайона Зеленой аллеи администрация муниципалитета инициировала проведение субботника на территории жилого комплекса и вокруг Малого Тарычевского пруда. Десятки видновчан вместе с сотрудниками районных служб вышли на уборку. Субботники на этом берегу мы проводим с 2016 года. Силами жителей и управляющей компании ежегодные мы проводим здесь по весне. Жители мечтают, чтобы здесь появилась парковая зона. Благоустроить набережную обещал застройщик жилого комплекса. Глава района Валерий Венцель, присутствующий на субботнике, сказал, что окажет содействие в данном вопросе. Поддерживаю, тоже очень хочется, чтобы особенно вот та часть, да, вот этого оврага, начиная с Лубного, дом 7, вот сюда вот, и дальше в продолжение, красивая была, приобрела свой вид. Да. Будем понуждать застройщика не отказываться от того, чтобы... Это вы говорите, что он сбежит. Не сбежит. Для создания мест отдыха необходимо было очистить территорию у воды. Из зарослей выносили пакеты с мусором, старые доски, матрасы и даже диваны. Среди жителей были не только владельцы квартир в зеленых аллеях. Яна Баюнжи проживает в Солнечном. Узнав о предстоящем субботнике, она решила помочь с уборкой. Это необходимо. Мы сами все видим, что творится, столько мусора. Вот. Поэтому мне бы хотелось, чтобы все, кто проживает на территории района, они, во-первых, не мусорили в таком количестве. Вот. Ну и, конечно же, если они выходят на природу, за собой необходимо убирать. А что касается будущего благоустройства прибрежной зоны, первый шаг сделан. Теперь у пруда стало заметно чище. Дмитрий Книг, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.